сказки. Мы их читаем с детства, и все классические сюжеты нам известны. А какие они, новые сказки? Это мы сегодня и узнаем. На хуторе Токмацком, это Орловский район области, живет Оксана Силаева. Работает в поселке Красноармейском в библиотеке и пишет рассказы и сказки для детей. Участвует во всероссийских и международных конкурсах. Один из них, издательство «Союз писателей», так и назывался «Новые сказки». Сегодня о том, кто же они такие, сказочные герои нашего времени, о надеждах и вере в чудеса и о том, как сказки делают детей счастливыми. Почитатели, примите этот скромный букет, желаем вам творческих успехов и вдохновения. Спасибо большое. Вот, спасибо большое, я очень рада, что вы пришли. Я вообще вам всегда очень рада, вы такие удивительные, такие вот самые удивительные дети, наверное, Орловского района. А это вот моя книжка. Новая, да? Которую вы будете читать, надеюсь, что она вам понравится очень. Спасибо. К сожалению, это только подарочные экземпляры, потому что, как правило, я отсылаю, мои сказки выигрывают конкурсы благотворительные. Я никогда за них не беру деньги. Я не выпускаю благотворительные фонды, и, как правило, для хосписов детских. Ну, я на них не претендую, на эти книжки, поэтому это вы прислали мне подарочные экземпляры. Спасибо. Ну, не прислали, главное, чтобы дети почитали. Как и любые сказки, нравоучительные истории начинаются со слов «жили-были». Три бабы-ёжки приютились на опушке леса в маленькой избушке. Избушка, знамо дело, непростая, а, как и положено, на курьих ножках. Да и жители в ней были непростые. Старшей бабе Моте стукнуло 500 лет, средней бабе Зосе 300, самой младшей, бабе Лёле, лишь 100 лет исполнилось. Сестры-ёжки в телевизор уткнулись. Как к хорошему быстро привыкают. Одна Лёлька непрекаянная бродила. Так что-то ей тоскливо стало. Решила она прогуляться. Задумано, сделано. Лишь дверь скрипнула, и след её простыл. У перехода дорожного крутанулась, превратилась в маленькую девочку и отправилась в город. На лавочке у забора старого деревянного дома сидела девочка лет 9 и горько рыдала. «Деточка, ты чему, деточка, плачешь?» Присев рядом, поинтересовалась Лёля. Захлёбываясь слезами, девочка рассказала, что зовут её Таня, что родители собираются разводиться. Папа ругает маму за неумение готовить, а мама папу за нежелание ремонтировать дом, который, как назло, всё валится да валится, и что любит она обоих и жить без них не может. «Тю, такую беду мы в раз исправим!» Вытирая Танюшке слезы, пообещала ёжка. Как и должно быть в сказке, все закончилось хорошо. На Лёлькин зов пришел домовой Кузьма Кузьмич. Он-то помог починить все в доме, а сама Лёлька помогла Таниной маме, подарила кастрюльку-чудоварку. «Это чем так вкусно пахнет?» Раздалось из прихожей, пришел Танюшкин папа. За круглым столом, весело смеясь, все ели борщ и хвалили хозяйку. «А завтра я плов сделаю!» Счастливо улыбаясь и гладя чудоварку, пообещала мама. «А я на выходных домом займусь!» Пообещал отец. И никто, кроме ёжки, не слышал, как хрустели досточки, чпокали гвозди, возвращаясь на место. «Спасибо, Кузьма Кузьмич, ты славный домовой!» Прошептала Лёлька. «Ты настоящий друг!» Сказала на прощание Таня. «Я никогда не была так счастлива!» Мне очень даже понравились как бы сказки Силаевой Оксаны. Они мне нравились, допустим, «Рядовой Муся», «Шаврушка». Там описывается про то, что они учат тому, что нужно быть добрым всегда и помогать тем, кто попал в беду. Оксана Петровна, она добрая, удивительная. Мне очень нравятся ее сказки. Они очень интересные и веселые, и добрые. Учат добру, вниманию.
уважению. Они интересные, увлекательные, доброположительные. Там, если начинается по злу, то всегда заканчивается добром. То есть есть и поучительные, и с удовольствием можно читать и взрослым, особенно детям. Сказки у меня дома, конечно же, есть. У нас целая библиотека, у нас есть уголок, у которого много книжек, журналов. И в детстве мне папа читал, ну как в детстве, когда мне было 7 лет, мы с Аней ложились с сестрой. И если мы успевали до 9:30 лечь спать, то папа нам читал сказку. Но мне в детстве обычно читали такие вот детские сказки, которые поучительные, там про добро. Вот это в Санкт-Петербурге происходил конкурс всебиблиотечный, всероссийский библиотечный конкурс. И я послала сказку. Сказка «Повидана на кухне», сказка о блокадном Ленинграде, но написана в стиле Андерсена. Участвует тут, естественно, посуда, как-то поющая, танцующая, играющая, среди которой у него появляется маленькая чашечка с пиона. У этой чашечки, казалось, очень длинная история. Она побывала в Китае, попала в Санкт-Петербург до революции, после революции она досталась людям, которые остались в блокадном Ленинграде. Когда они продали все, свою чашечку они обязательно сберегли. Это была семейная реликвия. Я вот пыталась переплести здесь сказку, историю военную ими, потому что при поступлении новых книг обращаешь внимание на том, что очень мало детских книг на военную тему. Именно на военную тему. А дети сейчас в основном уже все детективы идут. Детективы, развлечения, приключения, фантастика. А ребенку рассказать про войну очень сложно, это только сказка. А сказка – это интересно. В прошлом году, в 2017 году, я выиграла конкурс международной волшебной сказки «Волшебного лотоса». Организатором был «Черный куб». Это благотворительный фонд, который занимается выпуском книг именно для детей, детей хосписа, то есть больных раком или там другими заболеваниями серьезными. Это совершенно бесплатно, книги эти раздаются. Я с удовольствием всегда принимаю участие в таких, именно в таких конкурсах, которые не продаются книги, а вот именно это, чтобы детям, облегчить детям жизнь, я не знаю, поднять им настроение, развеселить. Я им очень благодарна, кстати, этим организаторам, мне приятно удивили. Они мне прислали вот такую серебряную медаль. Заняла я первое и третье место, и что очень приятно мне было, выиграли наши донские сказки на тему донской жизни, донской истории, можно так сказать. И вот они мне прислали все это посыл бандеролью, что было очень неожиданно для меня вообще. И последняя вот моя сказка, ну тоже одна, наверное, из любимых, это сказки Лёлькины. Вот это вот прототип Лёльки, сказочной Лёльки. Потому что когда я пишу, я все-таки всегда представляю героев. Тогда она была, конечно, поменьше. Она была поменьше, и она очень интересно разговаривала. У нее были такие интересные детские истории свои рассказанные, какие-то свои умозаключения странные такие. Для нас, для взрослых, конечно, странные. Поэтому она вот эта вот и есть маленькая Лёлька, которая приходит в город, превращается в маленькую девочку и ее приключения. История нашей семьи такая запутанная, можно сказать. Вообще наш род Тризна, польский, вот они здесь с 17 века находятся на ростовской земле. Раньше была комсомольские путевки, комсомольцы все горели желанием строить. И моих родителей отправили в Таджикистан строить Нурекскую ГЭС. Мама у меня была начальником почты, папа был шофером. И мне очень повезло, потому что, да, было такое повеяние, что в такие республики СССР посылали лучших учителей, действительно лучших.
И у меня были удивительные учителя литературы, русского. И поэтому мне привили любовь к чтению, любовь к книгам, любовь удивляться. Людмила Александровна Цегольника, моя учительница первая, я ее прекрасно помню, русской литературы. Она всегда говорила, я говорю своим детям, своим читателям, книга – это маленькое чудо, не всегда чудо. Вот ее взял в руки, открыл, там чудо. Ты не знаешь, какое, естественно, когда ты берешь новую книгу. Поэтому оно всегда чудо. Поехала учиться в Ленинград, в военное химическое училище оборонное. Прекрасный тоже преподаватель истории, который, наверное, вот, в принципе, наверное, меня и подтолкнул. Вот, потому что нужно историю преподавать так, чтобы детям было интересно. Она умела это, она умела рассказывать, она умела факты так подавать, что мы сидели заслушавшись, открыв рот, очень интересно рассказывала. Я человек южный, мне хочется тепло, и мне захотелось домой, в Ростовскую область. И мы вернулись сюда. Ну, здесь я живу уже 20 лет. Совершенно случайно, кстати, попала в библиотеку. Совершенно случайно требовался библиотекарь. Но я решила, почему нет. Я люблю. Люблю книги, люблю детей. Мне нравится с ними возиться. Меня пригласили, вот взяли библиотеку. Ну, а сказки – это, наверное, отдушина. Все-таки поселок маленький, развлечений у нас мало. Невозможно жить. Дом, работа, дом, работа. Человека, каждого человека должна быть отдушина. Кто-то пишет картины, кто-то делает статуэтки, а я пишу сказки. Первый рассказ, вы знаете, появился очень… Это, наверное, произошло лет, наверное… Так, это лет 8 назад. И теме он как раз-таки был посвящен вот именно международной толерантности. Маленькая миниатюра, где рассказывалась о женщине с нашего поселка, которая ухаживала за могилой красноармейца, погибшего в войну, и тут же ухаживала за могилой белогвардейца. И как ее там прекрасные слова, она действительно существует, эта женщина, это прототип ее существует, она сказала, что мама-то у того и того одна, а для мамы все равно, белый он или красный. Герой рассказов и сказок сегодня рядом с нами. Девочка Аксютка из сказки «Волшебный цветок» ждет своего папу с фронта. Это история Великой Отечественной, прочувствованная ребенком. Маша, она сейчас у нее немножко еще зубы появились, да, она залетает ко мне в библиотеку, такая вся взлохмочена, а то зубов, передних зубов у нее нету. Она мне с огромными вытаращенными глазами, такими сверкающими, рассказывает, что поставили вот нас вот там-то, там-то они были, то-то, то-то, то-то. И вот она стоит, я вот на нее смотрю, а рядом у меня стоит, была подделка с бессмертником цветком с этим. Вот почему-то эта вот сказка, это, наверное, все равно, любая история, это, наверное, озарение. Я смотрю на Марию, я смотрю на бессмертник и понимаю, что в голове начинает что-то вот меня беспокоить, что-то какая-то связь между ними, между бессмертником и так раз будущей Аксюткой. А пришла домой, и вот как-то это раз, и когда я писала, я представляла ее именно. Кстати, а вот, кстати, папу это я представляла Александра Сергеевича. Вот он тогда был директором школы. Вот у него какая-то есть мягкость лица, вы заметили, какая-то вот такая доброта и вот такое душевное, вот душевный человек. Поэтому вот они вот, герои вот как-то рождаются так как-то. Вот. Я не могу это объяснить. Я вижу человека, и почему-то, когда я пишу, я представляю именно его. Не могу писать сказку или героя, которого я не представляю. Я не понимаю тогда. Я не понимаю, как он ходит. Я не понимаю тогда, что он говорит. Аксютке пришлось заняться добычей воды. Подхватив закопченный котелок, она снова побежала к речке. Когда Аксютка вернулась, отец уже нарезал рыбу крупными кусками. За раз ушицы сварим. Эх, картошечка у меня была там. Сгорела, наверное, сказал отец, пытаясь разгрести угли. Тата, смотри, что я нашла. Аксютка протягивала ему сорванный в лощине цветок. Отец повертел его в руках, внимательно рассматривая. «Помнишь, я тебе сказку рассказывал про аленький цветочек?» – улыбнулся он. «Ага. Так вот, Аксютка, тебе несказанно повезло. Ты нашла волшебный цветок». Моя дочка, она, ну, похожа на персонаж сказки «Волшебный цветок», на Аксютку. Она, как там Аксютка, вот она за папой трусится, она верит в этот волшебный цветочек, да, что он спас жизнь. Ну, у нас Мария также за папой везде, за папой, только папу. Нам такая же, вот она, не знаю, веселая, впечатлительная, верит в сказки. Есть в Донской степи
цветок сухоцвет розовый, в народе его называют бессмертником. Он может годами стоять без воды и не завянуть. Но этого Аксютка не знала и верила, что именно ее волшебный цветок спас ее отца. Девиз у меня, конечно, не сказочный. Девиз во всей, наверное, моей жизни «Кто, если не мы?». Вот не знаю, почему это, наверное, привязалось ко мне. Это девиз ко мне, наверное, привязался, наверное, лет с 13. Это мой, наверное, такой, догма такая моей жизни. «Кто, если не мы?». Если нету сказки про войну, то кто только не мы, если мы должны написать. Если нужно что-то сделать, кто, если не мы? А правило сказочника, мне кажется, любить детей. Мне кажется, это самое главное. Когда ты ребенка любишь, когда ты пишешь, наверное, для него сказки теплые, добрые, потому что ты хочешь, чтобы он тоже полюбил, так же, как и ты. Наверное, все-таки любовь, любовь к детям. Главное правило. Вот мы убедились, что и сегодня есть волшебники и сказочники, которые словом могут вылечить тоску и скуку, горе и беду отвести. Мы прощаемся с вами, а впереди нас ждут новые истории о людях с донским характером.